Сегодня в Чебоксарах прошло расширенное заседание научно-консультативного совета при арбитражном суде Волговятского округа. Арбитражные суды рассматривают споры, связанные с предпринимательской или другой экономической деятельностью. В основном судьи разбирают разногласия предприятий и предпринимателей по поводу заключения, исполнения, расторжения договоров. Значительный объем дел, находящихся в производстве, касается банкротства должников. На расширенном заседании шла речь и о несовершенстве некоторых статей закона о банкротстве юридических и физических лиц, застройщиков, крестьянских хозяйств. Там много моментов, которые можно трактовать по-разному, считают специалисты. Глава Чувашии отметил, что арбитражная судебная практика имеет огромное значение для экономики в целом и, в частности, для формирования инвестиционного климата в регионе. У нас с вами общие цели и задачи – поиски верных, справедливых решений для развития правового государства и улучшения доверия граждан России к органам власти всех уровней. Сегодня система арбитражных судов воспринимается как надежная гарантия правовой защиты экономических прав и свобод юридических лиц, представителей бизнес-общества. Напомним, Чувашия уже четвертый год подряд входит в десятку регионов-лидеров в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.